Погодные качели от минус 30 до плюс 5 начали раскачиваться в Тверской области еще в первых числах января. Но уже больше недели в регионе среднесуточная температура остается выше нормы. А что прогнозируют синоптики на ближайшие дни, снег или дождь? Вернутся ли в регион 30-градусные морозы? В какую сторону качнутся погодные качели, расскажет наш корреспондент. Среднесуточные показатели температуры воздуха в Тверской области остаются выше нормы. Нынешняя зима не порадовала жителей региона крещенскими морозами, хотя в новогодние каникулы столбики термометров в некоторых районах опускались до отметки в минус 30. От минус 30 практически за неделю мы дошли до плюс 1-2 градуса. Естественно, это вызвано определенными природными процессами. Там был антициклон, сейчас больше как циклоническая составляющая. Естественно, давление падало. Если там было на 3-4 единицы больше, сейчас вот около нормы. Вообще такие перепады температур и скачки атмосферного давления, говорят медики, зачастую ощущают на себе и люди. Конечно, в подавляющем большинстве пожилые. Перепады и давления, и температурные перепады, они увеличивают количество вот этих сосудистых катастроф. К нам поступает больше пациентов с коронарным синдромом, с инсультами. Поэтому, конечно, надо вот в такие вот переходные периоды, особенно зимние, когда с большой температурой, низкой на оттепель, там надо следить и за давлением, за состоянием организма. В такие дни нужно держать на контроле и прием необходимых лекарств. Впрочем, перепады давления часто ощущают даже молодые люди. Не стоит в такие дни давать большие физические нагрузки. А в целом лучшая профилактика таких проявлений – здоровый образ жизни. В ближайшие дни метеочувствительные могут ощутить некоторое недомогание. К нам с востока возвращается антициклон, который еще в начале месяца принес в Тверскую область аномальные морозы. Он принесет хоть и не сильное, но похолодание. Осадки все меньше и меньше, прекратятся осадки, и температура воздуха постепенно начнет понижаться. В ночные часы минус 5, минус 10 градусов мороза, это вот на субботу-воскресенье, и дневные температуры где-то минус 1, минус 6 градусов. Заморозки после оттепели грозят гололедице, поэтому горожанам нужно быть осторожными, выходя на улицу, а водителям соблюдать скоростной режим.